вы все знаете, что триатлон он появился там в 70-е годы, было дело в Сан-Диего в Америке, да, и существует красивая легенда, где, значит, в одном баре собрались, значит, пловец, велосипедист и бегун, да, и за кружкой пива, да, начали спорить, у кого, значит, функционалка крепче, да, вот, ну, такая легенда есть, она, в общем, в принципе, не вызывает никаких таких сомнений, да, наверное, так и было, да, то есть вполне, а если не было, то могло бы быть, да, вот, и, значит, они, естественно, ничего не оставалось делать, чтобы разрешить спор, значит, устроив некое состязание, вот, и, значит, вот, соответственно, победил, говорят, пловец, вот, но это непроверенные слухи, вот. Ну, потому что те утонули просто сразу. Вот. А на самом деле, значит, действительно прошел триатлон. Сан-Диего считается родиной триатлона. Мы там даже как-то сбор делали, да. Вот. И там не так много было людей. Вот там какое-то количество небольшое, там, ну, там, может, пару десятков. Я сейчас... Есть очень хорошие статьи, написанные по истории триатлона. Вы можете почитать там, да, в интернете. Но, в общем, факт, что было действительно немного людей. Но был очень хороший корреспондент. И какое средство массовой информации свою роль сыграли? То есть человек написал замечательную статью, где, в общем, воспел бойцовские качества этих людей, красоту этого всего. Там, ну, в общем, нашел слова, которые тронули за душу людей. И через год, когда они решили повторить, вдруг оказалось, что их уже там больше тысячи. Вот, ну, попало. Это попало просто, это как раз был бум, когда вот это движение любителей бега развивалось, да, то есть люди поняли, что надо выходить из офисов на свежий воздух и начинать двигаться, да, то есть было понятие введено там, гиподинамии, гипокинезии, да, что надо двигаться, что раз у человека изменился образ жизни в последние там десятилетия прошлого века, то, значит, если мы хотим, значит, выжить, да, и не умереть раньше времени от инфарктов, инсультов и ожирения, то, значит, надо двигаться, как делали наши предки. И, значит, люди поперли на улицу, начали бегать. Там стало увеличиваться количество беговых клубов, пробеги начали организовываться. И вот за такой активный образ жизни все больше и больше людей. Это началось в начале 70-х. Вот. Появилась книжка Гилмора, да, и лидер, да, «Бег ради жизни», и вот это все пошло-поехало. И тут вот они со своим триатлоном, и это прям вот как бы в тему оказалось. Потому что плавать там многие люди умеют, и в школьных программах во многих странах, да, развитых, значит, есть плавание. И многие вообще живут на берегу океанов, для австралийцев плавание – это вообще, так сказать, естественное, так сказать, состояние. Вот. Ну, а велосипеды там все перемещаются тоже на велосипедах, это тоже для них нормально. Это как бы у них нет же, как у нас там 7 месяцев зимы, там, да, и слякоть по колено. Вот, значит, им... Ой, это как бы, знаете, я не присутствовал там, да. Я в это время ходил в начальную школу. Не знаю, ну, почитайте, там есть замечательные очерки, я просто боюсь переврать, как бы, да. Дистанция, она не была вот этой айронменовской, по-моему, сразу. Айронмен, я боюсь ошибиться и дать вам неправильную информацию, но в 79-м году уже точно айронмен прошел на Гавайи. Значит, наверное, в 78-м был, да, первый айронмен. И он был такой, значит, именно хорош тем, что как бы, ну, труднее, значит, труднее уже ничего придумать было невозможно, то есть психика отказывалась. А потом уже придумали двойной айронмен, и тройной, и даже десятерной, да. Вот, ну, значит, вот на тот момент это как бы сработало, и вот этот гавайский триатлон и так и остается стержнем вот этой айронменовской идеи, и, в общем, это прекрасно. И многие люди, значит, просто мечтают, да, там, рядом со своим выстраданным дипломом адвоката или там какого-нибудь врача повесить рядом, значит, диплом финишера Гавайев, да, вот, не менее выстраданный, да, и гордятся этим совершенно абсолютно заслуженно, да, и, вот. И на самом деле, раз уж мы там в таких вот, да, значит, философских таких духовных материях заговорили, да, то здесь, в принципе, на самом деле это абсолютно вписывается в такой философский смысл какой-то нашей с вами жизни, абсолютно нормально, и на самом деле ничего удивительного нет, потому что мы все, в общем-то, дети природы, да, и продукт эволюции, если хотите, да, а эволюция, это, она построена, в общем-то, на борьбе, и, в общем, все живые существа, так или иначе, на всех этапах они борются, да, соревнуются, конкурируют между собой за еду, вот, кто-то кого-то догоняет, кто-то от кого-то убегает, значит, даже мирные травоядные, значит, в кровь бьются за право оставить потомство, то есть конкуренция построена вся живая природа, и, а в современном мире у человека остается все меньше и меньше шансов, так сказать,
следовать этим каким-то абсолютно нормальным природным вещам, а спорт такую возможность нам дает. Если вы немножко задумаетесь, да, то окажется, что в практически спорт, он, в общем-то, дает, фактически это практически абсолютная копия живой природы, да, то есть это движение, в первую очередь, да, то есть все живое двигается, да, соответственно, спортсмены тоже двигаются, но они не просто двигаются, а они при этом конкурируют, значит, спорт – это тоже конкуренция. Значит, в живой природе и в спорте никогда не известен заранее результат этой борьбы, да, значит, сегодня гепард догнал газель, завтра она от него убежала, у них всегда там ничья, да, потому что если кто-то начинает побеждать, то просто экологическая ниша как-то опустошается, да, ей становится нечего, все умирают, да, поэтому там всегда ничья, как в баскетбольном матче, вот, и никогда заранее неизвестно, соответственно, у нас то же самое, вот, и всегда эта борьба, она требует максимальной концентрации всех сил живого существа, да, то есть ты там, если за тобой лев, да, бежит, то ты уже бежишь не в полсилы, а ты как бы выкладываешься максимально, да, это требует полной концентрации, то же самое мы видим в спорте. Вот, поэтому здесь, в общем, такой, на самом деле, из этого всего вытекает очень логичный и нехитрый вывод, да, что спорт – это фактически модель жизни живой природы, и если бы, как бы, его не было, то его надо было бы срочно выдумывать, потому что если мы будем только вот, значит, есть гамбургеры и, так сказать, жить в полсилы, то мы очень быстро вымрем просто. Кстати, такие эксперименты на мышках проводились, так, там через три поколения все заканчивалось. Вот, у нас тоже. Смотрите, как да. Он был выдуман, но в кавычках спорт. У нас есть лекция в Ютубе, она даже в открытом доступе. Сергея Медведева, профессора школы экономики, да. Друга и ведущего телеканала «Дождь». Вот, да. Поэтому вот мое глубокое убеждение, да, что спорт — это абсолютно такое обязательное, необходимое нам для выживания социальное явление, скажем так, да. Вот, ну просто, то есть, хотим выжить, надо напрягаться, двигаться, соревноваться, конкурировать. Вот, и тогда, значит, мы останемся сильными, здоровыми, конкурентоспособными и будем жить вечно. Вот. Когда попали в триатлон? Когда стали триатлетами? Да, значит, ну хорошо, ладно. Переходим, да. Значит, на самом деле, да, нет, все как бы логично. А, значит, вот этот гавайский триатлон, вот он появился, получается, да. В 78-м году. Вот. Но это были длинные дистанции, это такая достойная цель, но понятно, что дистанция стала дробиться, и все соревнования там стали проводить. Там, сначала там какие-то и половинки появились, и четвертинки, да, как тогда говорили. Но популярность была уже бешеная. Да? Интернета, конечно, не было. Вот, телевидение мы на тот момент в Советском Союзе смотреть не могли, мы про ничего не знали. Была единственная одна статья в журнале «Легкая атлетика». Там был такой журнал в журнале о беге. Да? И вот там начинала такая статья, она, кстати говоря, на сайте появилась сейчас. Там можно почитать, очень любопытно, да, то есть триатлон обозвали, значит, исчадием, таким продуктом, значит, буржуазного, значит, отрыжкой буржуазного спорта, значит, где там, значит, буржуазная система, загнивающий капитализм издевается над людьми, заставляет их там тренироваться по 8 часов в день, там, и так далее, ну, такая вот, значит, вещь, вот, там, 8 часов в день работает, вот этот, тренируется знаменитый Дэйв Скотт, пятикратный чемпион Гавайев, да, значит, я занимался тогда современным пятиборьем на уровне сборной команды юниорской Советского Союза, тренировался по 9-10 часов в день и подумал, что 8 часов – это, в общем-то, ерунда. Как бы, да? Вот. Значит, это... Поэтому... Вот. А потом появились журналы. Появились журналы, и они были красивые. Вот я помню свои ощущения. 87-88 год. Значит, вокруг у нас, значит, тут перестройка идет с вами, да, а тут попадают в руки, там, значит, триатлон, и там, значит, лазурная вода, такая, коралловые острова, ребята в цветной экипировке, да, значит, у нас черные трусы, красные майки, а там, значит, такие вот шлемы цветные, да, значит, туфли яркие, да, значит, все это, ух, да, то есть, ну, завораживает, да, значит, особенно вода, да, значит, такая красивая, как в бассейне. Вот, это было такое чисто эмоциональное такое впечатление, да.